Губернатор Югры Наталья Комарова в режиме видеоконференц-связи проинспектировала ход строительства социально значимых объектов в Сургуте, Югорске и Нефтеюганском районе. В нашем городе под пристальным вниманием главы региона оказался 50-метровый бассейн, сроки сдачи которого уже неоднократно переносили. Еще один долгожданный объект – это физкультурно-спортивный комплекс в Югорске. Его планируют открыть в конце этого года. Общая готовность этого здания сейчас составляет 86%. Также участники совещания оценили ход строительства комплекса «Школа-детский сад» в поселке Юганская Обь. Его ввод намечен на 2018. Сейчас здесь ведется бетонирование фундамента. Из-за продолжительных холодов строительство шло с небольшим отставанием от графика. Можно подкорректировать графики производства работ с тем, чтобы они адекватно отвечали на запросы. Потребности ввести объект в эксплуатацию в соответствии с контрактом.